Ну что за вечер, господа? Собирайтесь все сюда. Будем праздновать Новый год и Рождество. О, ты щечки мои. Давайте праздновать. Бери скатерть, чтоб всех белее, и неси к нам в дом. Да, господа, как вам не стыдно? Сегодня же Новый год. Какой еще Новый год? Стоп, не может такого. Дорогие вы мои. Праздновать! Гляни на небо! Это зачем? Звезда загорелась! Может, все-таки есть шанс спасти наш мир? Тихо.
Вы наш гость, вы наш гость. Позабудьте грусть и злость в нашей очень вкусной рыбе. Не наткнетесь вы на кость. Суп дежурный Эйзеншпик. Не обед, а просто шик. И паштет он очень вкусный, и к нему пирог капустный. Забою все вокруг от моих прекрасных блюд. Умоляю не стесняться и поесть. Так выбирайте блюда, угощение и груда. Вы наш гость, ваша честь. Клейтон? Все ты. Твоих рук дело. Пришел зараствовать теперь. Так знай, гнев мой будет беспощаден. Да что с тобой? Смеешь руку подавать мне? Не сносишь ты. Головы! Теперь попробуй объясниться. За что все это я терплю? Невесты своей спроси, что выполняет твои поручения, как обычно, на ура. Если Флорет не будешь здесь через секунду, вам обоим конец! Стой, ну подожди! Лоретта украла ее! Это лучшее, что было в моей жизни! А тебе все мало! Мой брат, клянусь я всем, чем только можно. Я не знаю, что здесь было. Я весь город обошел в поисках тебя. Я боялся, что ты той девушке, что на нашу мать похожа, сможешь навредить. Я не знал, что ты можешь полюбить. Лоретта в ревности решила, что я в любви вышел к другой. Клейт, что здесь происходит? Кто та самая Лоретта, что схватила и задумала казнить Флорет? Все в ужасе. Клейтон, расскажите, что здесь произошло? Я Клейтон. Это мой брат Сальвадор. Вот, смотрите. Мы боги спустились к вам с небес. Мой брат, чтобы помочь, а я только чтобы мешать. Я все лишь борюсь. Но все иначе получилось. Уже чудо совершилось. И Клейтон есть тому виной. Но должны гореть все три звезды. И тогда вы и ваш мир жить будете. Лишь потому, что вы забыли, что такое Новый год. Духи всевозможных лет на вас озлобились и
Скажу вам честно, жить осталось вам.